Сегодня прошли публичные слушания о республиканском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Исходя из статистики, львиную долю расходов республиканского бюджета на 2024 год составит социальная сфера. Это 71% от общего объема расходов, или же почти 40 миллиардов рублей. Это образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика, а также культура. Благодаря такой совместной работе и правительства Тувы, и представителей Государственной Думы, и Совета Федерации, благодаря, в частности, личному участию Валентины Ивановны, удалось увеличить объем финансирования на объекты детского отдыха на 3 миллиарда. Удалось увеличить объемы на проект «Профессионалитет», очень важный для Республики Тыва. Ну, не именно для Республики Тыва, а в целом на федеральном бюджете. А по Республике Тыва есть такое очень важное достижение. Это нам согласовали поправку, которую инициировало правительство Российской Федерации по обращению Валентины Ивановны. Это на дополнительное финансирование в объеме 2,2 миллиардов на достройку наших школ. В 2024 году расходы в отрасли образования запланированы в общем объеме на 22 миллиарда рублей. По сравнению с уходящим годом отмечается рост на почти 2,5 миллиарда. В области здравоохранения расходы составят 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Здесь также идет рост по сравнению с текущим годом на 417 миллионов рублей. В республике мы отметим, что период восстановления и адаптации нашей экономики в соответствии с внешним санкционным давлением, он успешно пройден. Те параметры прогноза, которые были заложены на текущий год, они исполняются. То есть прогноз прошлого года, он достигнут. Если посмотреть по показателям, у нас отмечается в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличенный объем ввода жилищного строительства на 31%. На 2024 год расходы республиканского бюджета на поддержку отраслей экономики составят 19% от общего объема бюджета, или почти 11 миллиардов рублей. Всю необходимую информацию для самостоятельного рассмотрения вы сможете найти на официальном сайте Министерства финансов Тувы. Мерген Оюн, Буян Оюн, Ангар Тюлюш, телеканал Тува-24.